Обустройство участка дороги от фабричного моста до улицы Заречной полностью завершено. Это значит, водителям станет еще проще добираться с одного конца города на другой. Раньше на этом участке автодороги была лишь одна полоса, а очередность проезда регулировал светофор. Все это значительно замедляло поток транспорта. Сейчас на дороге появилось две полосы, и автомобилисты городского округа Щелково могут вздохнуть с облегчением. Если раньше в часы пик, когда люди с Москвы ехали, немножко пробка собиралась, даже перед этим светофором, то сейчас тут абсолютно свободно. Напомним, что участок доделанной дороги начинается прямо от нового моста через реку Клязьма, который был открыт в конце ноября. Благодаря этому поток грузовых машин, который ранее шел по Пролетарскому проспекту, теперь не будет использовать основную магистраль города. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.